рождение – это боль, и уход – это боль. Вот. И чем дольше вы на этом пике способны сохранять свое как бы, ощущение восторга от жизни и максимум брать от нее, тем лучше. Вот. Это просто надо понять, это, что это золотое 25-летие, это там 40-летие, которое там 60-летие, которое там между 10 и там, 70, оно вот прямо золотое. Вот. И ему надо все сделать, чтобы в эти годы чувствовать себя счастливыми. Вот. Ну, кому-то на старости повезет, и хорошо они, значит, с мозгами работали. И это будете тоже вы, вот, потому что мы с вами будем работать.